Всем добрый день. Оксана, сделайте телевизор потише. Я сейчас занимаюсь тем, что заполняю Оксане дневник. Она уже пришла со школы. И домашнее задание еще буду ей записывать с электронного журнала «Эпос». Так что вот так вот. И достала сегодня, не сегодня, ночью достала рыбу. Хочу в духовке попробовать запечь. Вот не знаю только в каком духовке. Или пожарить все-таки ее. Я сегодня, ребята, всю ночь не спала. Поэтому у меня такое состояние какое-то это. Состояние пока не очень. Ну ничего. Так, что? Давай посмотрим, что. А годы. Год. Без «ы» надо сюда написать. Год. Вот без «ы». Поняла? Угу. Все, иди пиши. Оксана прописи пишет. Так, не могу найти, что группу ее, ну, чтобы это. А, вот, нашла. Я сейчас заполню дневник и вернусь к вам. Дорогие друзья, я сегодня достала рыбку минтай, буду на вечер жарить. Также достала еще кусочки курицы, что-нибудь приготовить. Вот сейчас хочу рыбку разделать и замариновать под приправками, чтобы она, пока я буду ездить в город, замариновалась, потому что мне надо съездить опять в администрацию. Как-то вот так. Ладно, маринуем рыбку. Так, дорогие друзья, я еду в город. Мне надо увезти чеки в администрацию. Почитала сейчас немного комментариев. Многие не верят, что мне это подарили. Но, дорогие друзья, я вам не буду доказывать. Я могу сказать только спасибо большое Екатерине, потому что ее зовут Екатерина. И спасибо большое цветочному магазину, там, где она заказала. Огромное-огромное спасибо. Это не реклама была, это просто, ребята, хотела благодарить и цветочный магазин, и хозяйку, которая мне подарила эти замечательные цветы. Я очень ей благодарна. Тайсон, привет! Тайсон! А, Тайсон! Ладно. А я поехала в город. Да, Тайсон? Да! Ладно, едем в город. Забрала я уже Марину с садика. Марина, скажи всем привет! Да, стоим на остановке, ждем автобус. Да, Марина? Да. Сейчас дождемся и домой пойдем. У нас уже темно. Пришли мы уже с садика. По пути я заходила в овощной магазин. Пришлось сыночку позвонить, чтобы он пришел и помог мне пакеты унести. Сейчас покажу, что купила. Так, вот такие вот небольшие у меня покупки, но в целом рассказываю. Взяла зелень, тут зеленый лук и зеленый укроп свежий. Взяла для салата, хочу салат сделать. Также взяла морковки корейской. Потом взяла зеленый горошек по 47, по-моему, рублей. Хочу сделать оливье. Также огурчики взяла маринованные. Дальше молоко взяла 2 литра, тоже по 43 рубля. Бананов набрала, детка. Марина, у меня мама, докупи бананы, докупи бананы. А тут вот такие вот зеленые были по 85 рублей. Ну вот последние забрала. Дальше взяла колбаски, это для салатика будем готовить с вами. Кетчуп, это у меня сына попросил. Говорит, мама, купи кетчуп, дома кетчуп закончился. Вот взяла. 2 помидорки взяла свеженьких и китайской капусты. Тоже салатик это на завтра сделаю. Сегодня другой сделаю, это на завтра. Дальше яйцо взяла 20 штук. Уже по 75 рублей отборное яйцо. Лук крупный взяла. Мне нравится крупную готовить, чтобы можно было. Дальше взяла капусту, вилочек. И вот мои цветочки стоят. Радует меня. Настроение поднимает. Спасибо огромное. Вот такие вот в целом у меня покупочки были. Сейчас будем жарить рыбу. И готовить, кушать. Планирую как бы приготовить борщ. Ну, посмотрим, что получится. Так, в целом поставила воду с мясом на борщ вариться. Яйцо на оливье. И морковку с картошкой тоже для салата.
пусть варится, а я пока буду заниматься чистить свеклу, морковку и картошку для борща. Так, почистила, ребята, картошку, морковку, свеклу. Сейчас помою. Ой, пальцы что-то все. Сейчас помою хорошенько и буду нарезать. А потом будем с вами шинковать еще капусту. И будем варить сегодня вкусный-привкусный борщ. Хочу сейчас рыбу поставить жарить. Пока отложу свеклу с морковкой, хочу поставить рыбку пожарить. Пока у меня будет рыбка жариться, я буду заниматься другими делами. Сейчас обваляю ее в муке и поставлю жарить. Так, поставила уже жарить рыбку, печка уже накалилась, а мы пока продолжаем шинковать морковку, капусту и все остальное для борща. Почистила, ребят, еще одну луковицу, хотя я вот уже нарезала для супа. Сейчас объясню для чего. Сегодня я жарю рыбу. И тут я сидела, листала интернет, и в интернете увидела, как сделать рыбу в томатном соусе. Ну, в томате, короче говоря. И у меня есть, я сегодня купила кетчуп, и я хочу попробовать сделать. После того, как я ее пожарю, я ее в кастрюльку все сложу и сделаю как такой небольшой соус. Обжарю лук с кетчупом. Бульона туда добавлю и посмотрим, что получится. В целом готовим все для этого. Так, все нашинковала, осталось нашинковать только капусту. А тут у меня тесто стоит, подходит на хлебушек. Сегодня на булочке, ребят, не стала ставить тесто, вот серьезно говорю. Утром не было молока, без молока тесто, ну, булочки невкусные будут. Поэтому только на хлеб поставила. Ладно. Жарим рыбку, и сейчас навела себе кофе, хочу попить кофе. Давно кофе не пила. И будем готовить борщ. А что ты будешь делать? Села попить кофе, пока у меня рыбка жарится, пью кофе. А там у меня Машка по холодильнику лазит. Прошу не обращать внимания на грязную. Не, это не грязная посуда, это моя кружка. Я думала, там просто, видите, полная умывальник грязной посуды.
Это я когда готовлю, у меня всегда так. Потом после того, как приготовлю, все сразу разом перемываю. Мне кажется, многие так. Если кто не так, то напишите, пожалуйста. Еще хотела спросить. Вот я сейчас поставила картошку, морковку, свеклу. Свеклу еще не поставила, хочу потом поставить. Варить. Вы чистите для оливье картошку с морковкой, чтобы отварить? Я всегда обычно в кожуре ложу. А, рецепты на Новый год скоро сниму. Да, Катя? Не знаю. Когда будем елку доставать? Не знаю. Не знаю. Вот я сейчас говорю, что? Ладно, продолжаем дальше готовить. Сегодня что у нас будет на ужин? Каша будет, каша. Ой, я, кстати, свежий кушать разогрела. Я сегодня еще ничего не ела, я сижу и думаю, что меня подташнивает. А я себе кашу разогрела, рисовую. Сейчас хочу поесть с морковкой корейской. Перекусить немножко и это. Буду дальше готовить. А я сижу, думаю, что-то мне это аж плоховатенько. Вам, дорогие друзья, Катя просто что-то хочет сказать и не хочет говорить во время того, как камера включена. Сейчас поговорю с ней и вернусь к вам. Ребята, хочу вам что-то показать. Подожди, Ваня. Показывай, что Ваня сделал. Ой, Ваня, что сделал? Смотрите, какого клоун, да это? Давай посмотрим, кто это. Это клоун. Да, клоун. Вот такой вот красивый. Ой, Ваня какой довольный, да? Ты там делаешь, да? Ну иди делай, беги делай. Вот так вот ребенок вам похвастался. Пришел, глава, в камеру тычет, а камера выключена была. Да я знаю, бери, бери печеньку. Маш, подними вку. Уронили все. Тычет, главное, в камеру, а камера-то выключена. Он одно что понимает. Я говорю, подожди, мама включит. Включила ему, показал, довольный. Пошел дальше делать. Маша, скажи, как у тебя... А, принеси свой пенал. Многие потому что говорили, что Маша не пользуется пеналом. Сейчас Маша сама вам его покажет, что она там переделала и как она там переделала. А я буду пока кушать, готовить. Все, Маша? Скажи всем здрасте. Все. Покажи, что ты хотела показать. Что мне пенал? Да, ей вот такой вот пенал дарили, прислали. Многие спрашивают, пользуется она или нет, и что у нее там изменилось. Ты поднимай на камеру, смотри хорошо и покажи, что ты там изменила. Ой, да. Не бойся, не стесняйся, показывай. Я ручку кладу, да? Вот так вот у нее здесь, она вот здесь, эти, как они называются? Скрепыши у нее это называются. Вот она сделала здесь, вот она то, что поменяла. Тут у нее также еще целая куча скрепышей. Она, видите, она стесняется. Да, Маша? Ну, сейчас мама вам покажет. Дальше, что здесь у нее? Фломастеры. Это, которые тебе присылали? Да? Вот такие вот фломастеры у нее здесь. Ты его, Маша, скажи, с собой в школу берешь? Да. Тебе нравится он? И вот это вот, ой, брелок, а это тебе тоже брелок же присылали? Ваня! Вот такой брелок. А вот здесь что-то ты поменяла? Нет, тоже, все вот в наборе осталось, да? Ну вот в целом, вот такой вот у нее пенал. Тебе вообще самой нравится он? Спасибо, не понравился. Погромче скажи, Маша, то тебя вообще не слышит. Спасибо огромное, не понравился пенал. Да, вот так вот она пользуется им, он довольный, он даже у нее тут немного пошаркался. Мама, потому что Маша им пользуется капитально и в школе, и дома она им рисует, да? Ну ладно, беги, чтобы тебя не стеснять. Мы надеемся, что на ваш вопрос, да, Маша, ответили. А то написали, что Катя его забрала. И Ваня к вам тут лезет. Скажи привет! Да, ты что такой чумазый? Ну, все, ладно, скажи пока. 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 Ваня все не угомонится. Все бегает, вам показывает и показывает и показывает. Хлеб у меня подходит потихоньку. Яйцо варится, суп варится. Надо сейчас поставить еще одну сковородку, чтобы сделать зажарку для борща. Катя конфеты ворует. У нее конфеты в свободном доступе, да, Катя? А, еще Ваня принес вам показать. Сейчас покажет Ваня, да, Ваня? Давай, показывай.
А что ты тут изменил? Шапочку одел? Ой, шапочку одел. Ну все, беги еще делай. Да чертик, нравится ему игра. Спасибо большое за эту игру. Довольны. Ребенку нравится, он развивается, ему также нравится, вот он там буковки английские делал, все вот это, ну вот как-то так. Дорогие друзья, уже закинула свеклу, все закинула, борщик варится. Просто у меня дети телефон отобрали. Вот так же продолжаю жарить вкусную рыбку. Продолжаю жарить рыбу. Рыбка получается просто очень-очень вкусная. Где тарелка для рыбы? Детки уже некоторые поели. Не смогла заснять, потому что у меня забрала Катя телефон, уроки делала. Компьютер, потому что занятый, там другие уроки делать. У нас нехватка с этими компьютерами, телефонами, это вообще. И поэтому она у меня телефон отобрала, поэтому, извините, сейчас могу засниму. Но она мне дала ненадолго. Мама говорит, давай побыстрее, а то мне, говорит, тоже надо. Так что вот как-то так у нас. Там просто за компьютером, по-моему, Маша сидела, что ли? Ай, уроки делала. Упала рыбка. А, горячая. Так, это еще сразу. Это пусть еще обжаривается. Последние два кусочка сейчас положу и пускай обжаривается. Я как бы не жарю, а тушу. Почему тушу? Потому что я добавляю немного воды. И поэтому получается они у меня не жареные, а тушеные. Вот такая вот рыбка у меня получается вкусненькая. С кашей тут у Оксана уже поела, кашу даже не доела, козюля. Видите, кушала рыбу, съела два кусочка, а кашу есть не стала. Ну, в целом, как-то так. У меня уже отварились яички для салата. Скоро будем с вами делать салат. Хотела рыбу сделать в томатном соусе. Думаете, мне дали ее сделать в томатном соусе? Нет. Они сказали, мама, мы такое не хотим. Нам надо просто жареную рыбу. И в оконцовке они едят все ее жареную просто. Вот так вот. У меня не любят новинки какие-то, чтобы... Что-то новое в семье появлялось, какие-то блюда. Они любят те, что есть уже. И мне кажется, ни у одной у меня такие дети. В целом, продолжаем дальше жарить рыбку и доваривать борщик. Борщик у нас уже почти готов. Получился густой, хороший, красный, такой вкусный, сытный. Сейчас добавлю лаврушку, зелень и все. И пускай постоит немножко напреет. Так что вот так вот. Хотела сегодня поснимать что-то по дому, но у меня опять телефон постоянно забирает. И тут что-то, не знаю, что у меня дети опять натворили. Я сегодня снимала, как сказать... На канал Влог Рукодельниц, короче, снимала вышивки, у меня звука не было почему-то на видео. Но сейчас вроде разобралась, вроде бы звук есть. Потом придется переснимать на тот канал. Ладно, мне надо тесто помешать. У меня тесто подошло. Вот такое вот пышненькое тесто. На хлебушек. Немножко тряхануло. Все, пускай стоит. Сейчас дожарю рыбу и займусь тестом. Буду жарить хлебушек, выпекать. Надо еще форму занести с летней кухни, чтобы хлеб стряпать. Дорогие друзья, занесла формы, положила уже тесто и пустит греется. Скоро будем выпекать хлеб. Что, папа там? Они увидели, что папа на спина там видео попалось. И стоят тут пальцем, показывают с камеры. Я сегодня себе, видите, подрезала сама себе челку. Вот такая вот сейчас у меня прическа. Напишите, как вам. Я знаю, что нет. Я знаю, что не очень. Ну, что теперь поделаешь? Так, поставлю греться поближе к печке хлебушек. И накрою полотенчиком.
Короче, решили салат сегодня уже не делать. Завтра я с утра встану, когда в садик отведу, после садика приду и нашинкую салат, чтобы днем был салат. Они со школы придут, а у них уже салат готовый. Да, ребята? Они уже сегодня наелись рыбы. А тут еще есть сковородки рыбы, ребята? Кто еще не ел? А? Я ела. Тут еще рыбка есть. Ты ел, да. Аккуратно, горячая сковородка. Горячая, горячая, говорю. Да, Ваня наелся? Как так не? А, еще рыбку надо? Ну давай мама тебе даст еще рыбку. Сейчас я тебе дам. Неси тарелочку, мама тебе рыбку даст. Сейчас я ему разберу рыбку, пусть кушает. Вот такой вот, ребята, сегодня был влог. Ну, потом еще хлеб испеку, исфоткаю. Сейчас, сейчас, да, моему зайчику рыбку надо. Хвостик будешь кушать? Рыбку да тебе не дают. Не трогай. Штатив не трогай. Он пытается штатив повернуть. Не надо, все. Ладно. Скажи всем пока-пока. Пока. Да, оставайтесь с нами. Ставьте вот так вот. Ваня, покажи вот так лайк. Нет, как ты показываешь лайк? Покажи. Вот так. Нет, не этот. Вот этот. Вот этот вот кверху подними. Вот так вот, Ваня, не получается. Вот так вот, Ваня, вот, вот. Нет, все равно, ну покажи по-своему. Так не видно твой пальчик-то? Вот так вот лайк ставьте нам, да? Ты рыбку ел, вон какой весь чумазый. Ладно, сейчас он доест, потом моется и будет дальше заниматься, играться. Всем спасибо и всем пока-пока. Вкусно? Скажи, как ты делаешь, ням-ням-ням. Покажи, как ты делаешь. Ням-ням-ням. Животик накручивает себе. Ваня любит рыбку? Да. Ваня тут стоит, танцует. Так, сына, мне не нравится твоя музыка. А ему смешно, да? Дай мама мордочку. Ты так кушаешь, ты весь чумазый стоишь. Да? Да, он только что ел, он уже штучки 4, наверное, рыбки съел. Руки надо полотенцем? На, давай, давай, руки, давай. Давай, давай, руки. Это ребенок, да? Вторую руку давай. Ой, эти руки, руки. Он рыбу он ест дома, только вилкой. На, свою рыбу. Ой, интеллигенция ты моя. Так любит на камеру кушать. Там вытереть надо. Все. Сейчас будет постоянно просить вытирать. Вкусно? Ой, забыла духовку включить. Смотрите, пока на Ваню, я пока духовкой займусь. А то мне сейчас на хлеб будет выпекать. Я еще духовку не включила. Так, все, включила. Духовка у меня греется. И сейчас хлебушек. Да, Ваня, будем хлебушек стряпать? Ваня любит мамин хлебушек? Да. Нет, не любит. Ваня не любит мамин хлебушек, да? Мама, это чуть-чуть. Ой, ой, давай, давай, давай. Ой, тихо спите. Да. Обычный чай. Крепкий. А ты какой хотела? Оксана там чай себе делает. Да? Ты чай хочешь? Сейчас дам. Ладно, дорогие друзья, все ставьте нам, что нам стоит на лайк. Ну, ты фигушку пока. Как научить его лайк поставить, я уже не знаю. Ваня, вот так вот. Да не фигушку, а лайк. Вот так вот, лайк. Нет, он все равно вот так вот показывает. Да? Еще раз будем говорить пока-пока. Пока-пока. Сделай так. Эйтя! И лайк ставьте, да? Ну все, пока. Вот так вот поднимается у меня хлебушек. Сейчас скоро поднимется до верха и будем выпекать. Дорогие друзья, хотела показать, что у меня дети принесли. Короче, они написали письма Деду Морозу. Завтра пойду на почту, куплю конверты. Мы дома подпишем вместе с девочками. Ну и я потом отправлю. Хотела просто показать, что они хотят. Я так примерно знаю. Они мне говорили про то, что они хотят. Они помогали маленьким писать. Поэтому сейчас посмотрим. Кто и что хочет. Так,
Деду Морозу от Окси. Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Оксана, мне 7 лет. Я люблю играть, гулять, танцевать. Я себя хорошо вели. Ну, ребенок первый класс. Помогала ей, по-моему, Маша. Я учусь в первом классе, у меня все получается. Я хочу себе на Новый год куклу, фломастеры, раскраску и русалку. Вот она тут даже нарисовала, Оксана сама. Видите, это Оксана хочет. Дальше. Дед Мороз от Маши. Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Маша, мне 9 лет. Я в январе будет 10. Я учусь в третьем классе, у меня нет ни одной двойки. Я люблю петь, танцевать, рисовать. Тут бусики нарисовала. Я хочу себе на Новый год 100 рублей, раскраску, антистресс и девочное лего. Пожалуйста. И вот она здесь нарисовала то, что она хотит. Надо мне потом переписать и обязательно купить все это. Я знаю, что от Деда Мороза им только ответ придет. Нам, потому что мы уже писали, как-то отправляли, нам только ответ приходил. Ну, а я потом все это покупала. Дедушка... Так, Морозу. Меня зовут Ваня. Это Катя помогала Ване. Мне 2 годика. Хожу в садик. Люблю играть в игрушки. Люблю выходные. Еще люблю рисовать. Так как, ну... И т.д. Я хочу на Новый год машинку, кубик и игрушки животных. И все. И тут они рисовали. Моя тоже. Сейчас, подожди. Так, Дедушка Мороз от Марины. Дорогой дедушка. А кто Марине помогал? Ты? Маша помогала. Дорогой Дедушка Мороз, у меня зовут Марина, мне 5 лет. В этом году я себя хорошо вела. Я люблю играть, гулять, рисовать и очень люблю пить чай. Да, это точно. Марина чай просто обожает. Я хочу себе на Новый год куклу пушистого медведя и кукольный домик. Пожалуйста. Вот она нарисовала. И самое большое письмо это от Кати, наверное. Дедушке Морозу от Кати. Привет, я Катя, мне 11 лет. Я хожу на танцы с 9 лет. Это мое хобби. Стремлюсь ко всему, чему могу. Перешла в 5 класс. Петь люблю. Гимнастикой немного занимаюсь. Зато танцую хорошо. На танцы ходила почти везде. В ЦДО и в И в ДК у нас на нефтяниках, и в школе ходила, и в школу на танцы хожу. Что-то про танцы она очень много написала. Ну, короче, на Новый год я хочу обычные, простые и тупенькие подарки. Тупенькие, понятно, она хочет подарки. Короче, хочу 100 рублей, чипсы, чипсоны. Что за чипсоны, что-то я такое... Это чипсы. Ты прям так и называется чипсоны? Чипсы. Нет, вот она написала чипсы, чипсоны. Это напишите, такие чипсы, что ли, есть? Нет. Красивую тетрадь на пружине. Ну да, на пружине она любит. Так, ну вот такие вот. А Егор со Светой писать не стали. Они уже не верят в Деда Мороза. Завтра я куплю конверт, и мы отправим. Нам когда-то уже мы писали, да, Маша, нам приходил ответ. Письмо приходило от Деда Мороза, и там с поздравлением, да, ну, у нас было на Новый год. Так это уж сколько, наверное, много лет назад было, больше. Вот такие вот. Напишите, что ваши дети пишут, они вообще письма на Новый год, и чего они просят у Деда Мороза. Ну вот, я вам показала то, что мои просят. Маша решила еще дописать в свой... Это... Тут написал, а еще я хочу попугая, пожалуйста. Вот такие вот у них мечты. Так, дорогие мои, первая партия хлебушка испекла. Сейчас мне надо еще там тесто осталось, сейчас еще поставлю. Сейчас выложу на стол и покажу, какой он внутри в форме в самой. Что-то одна булка хлеба у меня хорошо досталась, а вторую кое-как пришлось ножом выковыривать. Но внутри он вот такой вот. Там пропекся очень хорошо, даже видно. Видать, маслом плохо форму смазала. Давно не стряпала, поэтому она плохо. Но вот в целом вот так вот. Так, сейчас покажу, что еще ставлю.
Набрала последнее тесто и сейчас ставлю в духовку выпекать. Сейчас поставлю последнюю буханку в духовку выпекать. Ножик уронила. И пусть выпекается и будет у нас хлеб готовый. Вот такой вот у нас, ребята, был сегодня влог. Если вам понравилось, напишите обязательно ваши комментарии. Вот такие вот у меня просто, видите, формы от бабушки. Я бы такие бы с радостью бы еще купила бы парочку, потому что в них очень удобно хлеб стряпать. Мне очень нравится. Видите, сегодня вот поприлипало внутри, там надо это что-то сделать. Промазать хорошенько маслом горячим, тогда оно потом не будет прилипать. Вот такой вот был влог. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем желаю всего самого хорошего, ну и всем говорю пока-пока. Я вас всех люблю.